Ладно, ладно, я вас услышал. Давайте без воды, без лишних вот этих вот предисловий, предыстории, без всего вот этого прочего. Но давайте вы тоже там, знаете, лайк поставите до того, как ролик до конца посмотрите. И, разумеется, там подписка, там отписка, дизлайк, комментарий там позитивный, негативный от 352 символов и так далее. Типа, ну, сами должны все это, ну, понимать. Я с собой рискую вот тут в данный момент буквально. Поэтому вот, ладно. На своей странице, по всей видимости, ВКонтакте, игровой менеджер Black Russia показал страницу с исполнителями, которые уже доступны в радио. А какие песни хотели бы слушать вы? Недавно у меня выходил видеоролик, в котором я рассказывал о том, что, мол, там на Black Russia все это выйдет, можно будет слушать музыку, как бы уже меня все это достало на Arizona RP, а тут еще и вот это вот все будет. Я такой, типа, зачем? Для чего вы все это делаете? Пощадите людей, пощадите мозги, уши, молодого подрастающего поколения. Но, тем не менее, некоторые мне написали в комментариях, мол, чел, да ты чё, и там наставили дизлайков, около 4-5 человек это было, ну, в плане дизлайков, и в плане комментариев там 1-2, они сказали, мол, ты чё, это же нужно покупать бумбокс, чтобы все это слышали, чтобы все это было. Тут я признаюсь, моя ошибка, нужно было вставить видео, в котором прямо разработчики, создатели и все прочие люди показывают то, что это будет слышно всем, то есть ты едешь на машине, и это слышно всем, и ничего дополнительного для всего этого покупать не надо. И в этом была моя претензия к Black Russia в данном случае, потому что я смотрел на все это, я видел уже все это на Arizona RP, поэтому мне не хотелось повторить весь этот свой experience вот тут. И именно поэтому я такой, типа, чуваки, вы, может, не надо, может, лучше не надо. И сейчас мы видим исполнителей, которых уже можно будет послушать на всем вот этом вот радио. На самом деле меня это не особо радует, потому что нету Ханза Мэя, нету Славы КПСС. Да ладно нам Славы КПСС, где Дима Билан? И я не особо вот это вот все понимаю. То есть хотелось бы послушать Диму Билан, там какие у него треки есть, вот эти вот алые розы, ту-ту-ту-ту-ту. Вот это вот хотелось бы вообще узнать. А тут, ну, то есть, я не знаю, Кис-Кис, Кизяру, Макс Корж, Канги, кто это такой? Кис-Кис, опять два раза Кис-Кис, видимо, игровой менеджер Black Russia, как вот он тут отмечен, типа, очень любит Кис-Кис, хотя, может быть, это просто так показывается, я без понятия, сам. То есть тут сложно сказать что-то по поводу всего этого. Однако такая система будет на Black Russia, и уже с этим бороться никак нельзя. Да и нужно ли? Ведь проще в данном случае вот к данному злу примкнуть и такой, типа, слушай, там какой-нибудь тоже Макс Корж, там Горе по колено, или кто там по колено, что-то там вот такое. Кис-Кис, можно начать слушать Кизару, вот того же самого. То есть вот Кизару, кстати, за стикеры. Было бы неплохо, если бы там была такая, знаете, пасхалка. Начал слушать радио с Кизару, и просто там стикеры тебе дали на Black Russia. Реально, да, типа, пост-ирония, там, мета-ирония, мета-модерн, все прочее, типа, ладно, хорошо, неплохо. Но в целом, разумеется, сказать ничего более про все это нельзя. То есть исполнители есть, они будут пополняться, они будут дополняться, и может быть, когда-нибудь в какой-нибудь там второй реальности, в другой вселенной, может быть, даже, мы сможем уже, я не знаю, послушать Ханза Мэя или Славу КПСС. Главное, чтобы они еще дожили до всего этого момента, потому что мне кажется, что вот добавят всяких вот этих вот фрешменов, всех вот этих вот прочих чуваков, а настоящих поэтов, настоящих деятелей искусства, к сожалению, обойдем стороной в данный момент. Но, типа, я думаю, что людям с Black Russia такой плейлист, такие люди в радио, такие исполнители, они в целом, наверное, симпатизируют больше, чем Слава КПСС или Ханза Мэя. Это я, то есть такой тут, знаете, дед уже сижу, а мне 19 лет, хочу вам напомнить, и просто рассказываю о том, что вот, это не так, лучше то, лучше это. Кому вообще какая разница? Самое главное, знаете что? То, что я снимал и играл на проекте Black Russia, вы можете зайти, это 11 сервер Indigo, по ссылке в описании скачать лаунчер и в целом понять, что вам вообще от всего этого нужно и нужно ли что-то вообще. Поэтому, если интересно, заинтересовало и вообще всегда хотелось поиграть на чем-то новом, то Black Russia к вашим услугам. Спасибо за просмотр и, разумеется, всем пока. Там есть мой промокод и мой никнейм. Увидимся тут же завтра, я надеюсь, что в 20:00, но может быть немного попозже, может быть пораньше, не знаю, очень сложно вот о таком вообще разговаривать, поэтому до свидания.